За что? За испорченный обед? Лиз, это абсурд. Нафига ей пересаливать твой плов? А нафига ей корни в сапоги подбрасывать? Тыкать меня носом в каждую соринку. Может, она хочет невестку позговорчивее без собаки? Тут. Может, это ты ищешь предлог, чтобы свалить? То хоть, чтоб я свалила? Я этого не говорю. Ок, ладно. Но почему ты все выворачиваешь с ног на голову? Почему ты вечно ведешься на мамочкины слезы? Почему ты не защищаешь меня, нашу семью?